Сейчас о том, что в Дагестане ликвидированы трое боевиков. Один из них вернулся из Сирии, где воевал на стороне ИГИЛ, запрещенной в России организации. Подробности о спецоперации нам рассказали в Национальном антитеррористическом комитете. На предложение сложить оружие и сдаться властям неизвестные открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и попытались скрыться. Ответным огнем трое бандитов были нейтрализованы. Предварительно их личности опознаны. Ими оказались находящиеся в федеральном розыске и присягнувшие международной террористической организации ИГИЛ. По имеющимся в органах безопасности данным, нейтрализованные бандиты причастны к целому ряду преступлений террористической направленности, в том числе вымогательством денежных средств у предпринимателей, убийством сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц. Так, с целью устрашения мирных граждан в сентябре ими было совершено убийство местных охотников –